Ну вот, здравствуйте, господа хорошие. Переехали мы сегодня. Какое у нас сегодня число? Воскресенье, 10 февраля 2019 года. Вот. Переехали мы сегодня в наши, так сказать, давние апартаменты, в котором мы жили. Сейчас, в котором мы жили один год назад. Ну, жили мы. Как бы не в этих апартаментах. Сейчас покажу, какие шикарные апартаменты. Мы же приехали на Сейшелы. Когда мы приехали, Нина? Какого числа? 7-го. 7 февраля. Вот. И поселились в городке Анс-Рояль на 3 дня. На 3 дня. Шанас. Ну, там есть банк в этом городке. Один-единственный. И наверху, на втором этаже, апартаменты. И вот мы там поселились. Где, кстати, мои очки? Вот. Сейчас я возьму свои очки, чтобы выйти на улицу показать, где мы поселились. Вот. Апартаменты. И вчера я встретил в банке, мимо банка проходил, смотрю, приехал в банк. Мужчина, который здесь, как бы менеджер, наверное. Моли его звать. Вот, кстати, церковь здесь у нас рядом. Прямо она на берегу стоит, океана. Вот. Вот, на улице жара, конечно. Не знаю, сколько градусов. Ну, градусов. Градусов порядочно. Наверное, 28-29-то есть, да, Нина? Вот. И мы поселились на 3 дня там, прямо на берегу океана. И там был рядом до хорошего нашего пляжа, рядом с островом. И, в общем, вчера вот я встретил этого Мали, мужчину, ну, он уже лет, наверное, 75, ему больше, может быть. О, я говорю, бонжорно, точнее, good morning. Вот. Не могли бы завтра или Люси, которая хозяйка здесь, приехать за нами, забрать. Ну, в километре буквально. Вот дорога проходит вот здесь вот. Вот. И он говорит, а, хорошо, говорит, я скажу Люси. Я говорю, Виктор и Нина. Вот. Ну, вы знаете, у них здесь этих гостей, Виктор и Нина. Ну, не уверены были. Вот, я говорю, 10-10.30. И он приехал 10-15. Загрузил нас, привез с нашими шмотками. И вот, раньше, год назад, мы жили вот в том домике. Вот в том домике, с той стороны, там 2 квартиры в этом домике. Вот. Здесь сейчас покажу. Вот дорога проходит. Вот, ну, дорога видна. Вот дорога, вон там магазинчик. Вот здесь вот рыбы торгуют, где машина стоит. Иногда, несколько дней в неделю. Вот. И привозят, и говорит, сейчас спросим, где вы будете жить, у Люси. И Люси, вот, оказывается, нам целый домик выделила. На не знаю на сколько дней. Вот сейчас мы будем здесь первые 8 ночей. Потом переедем опять в Анс-Рояль, потому что у них не было мест. Там такой Тереза есть, пансион. И потом вернемся опять сюда на 9 ночей. Но уже будем жить, наверное, в тех домиках, скорее всего. Вот. Да, ну так она сказала, вот они. Не этот по центру, этот по центру он сам Мали, Мали живет. А вот в том домике еще там один домик, 4 квартиры у них. А здесь у них, видимо, такой офис шикарный. Вот, здесь вот садик небольшой, гаражик такой, ворота. Здесь вот тоже деревья, которые у нас в горшках растут. Здесь они растут на свежем воздухе. Вот. Пальмы, вон кокосы. Сколько кокосов много. Мы уже кокосы попробовали. Купили на пляже одного там. Ходил с итальянской кровью парнишка. Вот, идем домой. Вот здесь вот такое открытое прихожее. Можно утром чай попить, позавтракать. Вот, здесь вот сушилочка, еще вот для обуви. А вот лежат кокосы, пожалуйста. Вот такие вот двери открывающиеся. Вот. Снимаем тапочки. Потому что у них здесь, так сказать, внутри. Взял тапочки. Они чуть велики были, приклеил там, а так они к мне к ноге теперь прилипает этот скотч двух там сторонний. Вот, зашли мы. Закроем, чтобы жара не шла. И вот тоже такой как бы. Комнатка, наверное, метров 45-то у меня есть.
два диванчика. Она так пошутила, что мы будем спать на этих диванчиках. Ну так, нам все равно где спать, лишь бы спать. Вот. И здесь вот у них телевизор, ТВ. Там даже вот бокс для воды, но только воды я не вижу. Ладно, здесь вот есть компьютер, принтер, креслица, вентиляторы. Вот, все беленькое, все чистенькое. Сразу вот проходим на кухню. На кухне вот моя Нинуля раскладывает. Где там ром Токамак? Ну-ка достань. Сейчас мы по 50 грамм. Вот он, ром Токамака. 43 градуса, между прочим, ванильный. Вот, рекомендую. В том году мы его пили. В Duty Free я купил. Кстати, в Duty Free дешевле, чем здесь, в дешевых магазинах. Duty Free он стоит там где-то 13 евро, а здесь целых, наверное, по 20 в магазине. Ну, в индийских есть индийцы. В основном магазин держит. Хотя вот нет, вот здесь магазинчик держит, кстати, брат того, которому мы жили там. Они, оказывается, я смотрю, фейс у них одинаковый. Он говорит, а у меня брат, говорит, в магазине работает там. О! Вот. Ну вот, пришли мы на кухню, ром достали. А он, наверное, еще не охладился, да, ром? Слушай, а чего у нас его так мало? Мы столько выпили, что ли, уже? А, нет, полбутылки, нормально. За 3 дня выпили вот сок, полбутылки. Ну, много мы не пьем. Вот, кругом вентилятор работает. Кухня большая, со стиральной машиной. С этой, как это называется, как бандура, нет? С кроваркой? Нет, как она называется вот эта? Ну что, ну да там? Скороварка. Нет, это не скороварка, это по-другому называется. Ну, жена не знает. Купили, попользовались, а потом бросили и не стали пользоваться. Газовая плита. А это что, тоже стиралка, что ли, вот это? Или это посудомойка? Ну ладно, дело не в этом. А здесь что, закрыто, что ли? Нет, на ключ? Ключ. А? На ключ. На ключ? Ну здесь, собственно, вот посмотреть, упираемся в заборчик. Вот такой, как бы этот домик огорожен маленьким заборчиком. Чуть ниже, чем у меня на даче. Правильно? Да. Вот. Пойдем теперь туда посмотрим, нашу спальню. Это она пошутила, что мы будем спать на диванах, но, оказывается, мы не будем спать на диванах. Можно было бы здесь поспать. Эти комнаты мы не смотрим. Чья-то фотография. Но это, не знаю, Люси, не Люси, может быть, мама Люси. Они сами приехали с ЮАР, когда там вот началась вот эта вот, так сказать, белых стали выгонять, и они вот с ЮАР приехали, вот здесь вот душевая, туалет. Их здесь два, оказывается, такой общий, наверное, и вот спальня. Вот, видите, какая шикарная спальня. Кроватка стоит по диагонали. Вот. Вот он, дворик. Это вот дверь, через которую хотел выйти, она закрыта. Но откроем. Она была открыта, просто лучше закрывать ее. Хоть здесь и безопасно. Здесь даже какая-то собачка у них бегала в том году. И в этом году, наверное, есть. Вот. Потом сделаю видео вот по той территории. Да, вот. Тарелка стоит даже на газоне. Колеса какие-то от трактора. Пальмочки с кокосами. Вон сколько кокосов висит. Да. Здесь заборчик, конечно, не мешал покрасить. Но здесь как бы... Сейчас сезон дождей закончился. Вот. Ну вот. Пожалуйста. Welcome back. Они знают, что мы вернулись назад. Да. Сир и мам. Здесь какое слово-то первое? Сир или нин? Happy holiday. Oh, thank you very much. Вот. И вот здесь вот тоже bathroom. Душек. Туалет, биде. Биде, туалет. Я в зеркале. И о, какой он большой душ. Шикарный. Отлично. Вот в таких апартаментах мы должны прожить здесь 8 дней, 8 ночей. Прекрасно. Так, здесь есть кондиционер, отлично. Потому что в других комнатах я там вижу одни вентиляторы. Вот.
Вообще, very good. Как